Как отметил мой коллега Сергей Митрофанов, обыски проводятся действительно на следующий день после решения Генпрокуратуры «Открытую Россию» Михаила Ходорковского. И речь здесь идет о структуре, зарегистрированной в Великобритании, и Институт современной России, его сына Павла, зарегистрированный, в свою очередь, в США, признали нежелательными организациями, что означает запрет на деятельность и заморозку счетов на территории Российской Федерации. Павел Ходорковский сказал в интервью RTVI, что события вчерашнего и сегодняшнего дня – это акция запугивания. Я вижу только одну причину. Это предстоящая акция «Надоел», которая была анонсирована «Открытой Россией» и запланирована на 29 число. Это призыв к индивидуальным гражданам России прийти в приемную администрацию президента и принести официальное письмо с просьбой к Владимиру Путину не баллотироваться на четвертый срок в 2018 году. То, что происходит сегодня в Москве, вы наверняка уже слышали о том, что в офисе движения «Открытой России» происходит некий визит, я не могу назвать это пока обыском, потому что недостаточно информации, но туда пришли сотрудники отдела «Э». Это, несомненно, демонстрация страха и опасения того, что 29 числа на эту акцию придет большое количество людей.